Счастье – это когда тебе ничего не нужно в данный момент, кроме того, что уже есть. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. Люди постоянно придумывают себе проблемы. Почему бы не придумать себе счастье? Все случится так, как начертано Богом. В нашей жизни случаются беды. Мы не можем их предотвратить. Но они случаются по какой-то причине. По какой же причине? Это вопрос, на который мы не можем ответить ни до, ни во время невзгод. Только преодолев их, мы понимаем, зачем они были нужны. Не бойся лишний раз обнять близкого человека и сказать, как ты его любишь. Пусть лучше будет этот раз лишним, чем недостающим. Доброе утро, мой драгоценный друг.